Даром преподаватели время с Володей тратили. Невзирая на отчаянный протест со стороны научного сообщества, Владимир Путин все-таки подписал скандальный закон о реформе Российской академии наук. Ученые протестовали долго. Пикетировали Госдуму, принимавшую разрушительный закон. Гуляли у здания Совета Федерации, который немилосердно его утвердил и отправил на подпись Путину. И, наконец, собрали более 120 тысяч подписей, которые в двух огромных коробках отнесли в приемную президента. Они еще надеялись, что разум победит. Но напрасно. Чиновники прекрасно знают, что быть ученым непрестижно. Что им все эти открытия и лабораторные бдения? То ли дело рулить финансовыми потоками Сколково. Или, например, доходами от сдачи в аренду и продажи дорогой недвижимости академии. А кандидатскую или докторскую диссертации можно скачать в интернете. Заплатить кому надо, и ты при ученой степени. Вон сколько среди единороссов кандидатов наук. Сплошная профессура. Законопроект был писан неизвестно кем, неизвестно как, и на самом деле его стоило отвергнуть на входе, о чем мы сразу и говорили. Дефектов у него и несообразностей, и противоречий такое количество, что перечислять можно до бесконечности. Но когда мы начинаем перечислять отдельные дефекты, нам говорят: о, это мы сейчас поправим, это мы сейчас исправим, улучшим. На самом деле это практически невозможно сделать. Вот. Вместе с тем, есть как минимум пара вещей, которые надо говорить о том, что но они концептуально не верны. Вот. Наиболее драматическая вещь – это связанная вещь с тем, что институты хотят оторвать от академии и отдать под управление некоему пока что безымянному и неизвестному по функциям, по правам, по полномочиям агентству. Нам говорят: вот давайте мы сначала отдерем, вот сейчас примем этот закон, а потом мы примем положение об этом агентстве, и все, так сказать, там будет. Мы не понимаем, нам нужно посмотреть, а что же это за агентство, и какие у него будут полномочия, и что он будет делать. 28 сентября в Новопушкинском сквере состоялась встреча ученых с депутатами Госдумы от КПРФ, которые также недовольны подписанным законом. Звучали резкие слова в адрес чиновников, депутатов, сенаторов и лично Путина. Даже погода откликнулась дождем, словно оплакивая невосполнимую утрату. Надо переводить борьбу в русло постоянных действий. Это, если угодно, такая окопная партизанская борьба, которая требует организации, которая произойдет. Вот призыв организовать, преобразовать эту временную комиссию, которая за контролем, как это будет, это надо переводить на почву академическую, в институты. Тогда будет какая-то сеть действий. Предсказывать чего-то я не берусь. Абсолютно жизнь покажет. Но исторический опыт ведь показывает. Ведь вот такие авантюристы, они приходят, уходят. Наука живет, она преобразовывается, она у нее имеет собственные законы саморазвития. И все это будет пережито. Но какой ценой, какой кровью, это мы все видим. Призывы к тому, что вот уезжать и прочее. Конечно, а какой стати мы должны уезжать? С какой стати должны молодежь уезжать? Это они пусть уезжают. Бегут, скрываются, ищут, как это было с Германией, когда люди бежали в Аргентину, скрывались. Где-то. Все равно ведь все эти уши торчат повсюду. Так что настрой. Значит, надо жить с этой. Это данность, которую мы имеем. Это судьба России сложилась так, повернулась. Давайте смотреть, как пойдут события. Я очень надеюсь, что все это лопнет, как, но это будет, конечно, весьма болезненная страница истории. К доводам ученых Путин не прислушался, ведь при его эффективном менеджменте Академия наук расцветет пышным цветом. Благоухает же Сколково, издавая звуки пилорамы. Вот если бы все эти очкарики нашли нефтяное или газовое месторождение в районе Рублевки, тогда другое дело. А формулы, уравнения и прочие дребедень – лирика для неудачников. Когда чиновники превращают общество в скопище варваров и потребителей, за право быть интеллектуалом приходится отчаянно бороться. Ведь ум и интеллект нематериальны. На них не заработаешь сиюминутно, их не положишь в карман и не украдешь. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Добытый потом и кровью наших предков. Для каких же бугорий хотят, чтобы освободить эту территорию?